Друзья, всем привет! Так, сюда поставлю, думаю, видно будет. Значит, как и обещал, покажу вам свой небольшой деревенский магазин. И заодно поеду туда, куплю батон, икру красную какую-то недорогую, палочку колбаски, ну, наверное, мандарин возьму, огурцы и помидоры. Я взял с собой 700 гривен, думаю, хватит. Если не хватит, то дозапишусь. И в своем магазине я не беру просто так продукты, не хватаю домой, лишь бы как бы. У меня строго заведено, свой не свой должен скупиться. То есть есть дебиты, есть кредиты. Поэтому, чтобы ничего не было непонятки, я все время в своем магазине покупаю все за деньги. Тоже поддерживаю магазин как могу. И жене даю заработать на реализации, когда она продает мясо. Я ей тоже там определенный процент даю. Ну, чтобы всем было интересно, ей же тоже надо платить налоги, надо платить за свет. То есть стараюсь, чтобы каждому как бы, каждого был какой-то интерес. Это что касается по реализации мяса, свинины. Ну, сейчас вот я вам покажу, сколько от моего дома, вот мы выехали до магазина. Тут буквально 600 метров, наверное, где-то так, или 900. Я когда-то и засекал. Ну, короче, вообще рядом. Магазин, конечно, не в центре, хотелось бы в центре, но не в центре. Ну, все равно, что есть, то есть, нам хватает. У меня когда-то было две машины, у меня была Mitsubishi Pajero. А жене я покупал десятку. И я Паджерика продал. Были деньги, купил магазин. Ну, а на десятке ездил. То есть это было, не знаю, лет 8, наверное, назад или больше. Где-то так. Сейчас уже... А то все покажи, расскажи. Ну, покажу, тут ничего такого нету. Грубо говоря, много людей каждый день проходит мимо него, поэтому как бы... Вот и приехали. Опа! Теремок! Сейчас зайдем. Ну и уже время, буду забирать жену. Сразу ролеты буду закрывать. Потому как уже закрываемся. Жена у меня там спряталась. Ну, а мы купим вот, вот эти вот багеты на бутерброды, на красную икру. Также купим палочку колбаски какой-то недорогой, а может даже и дорогой. Красную икру. И мандарины. И мандарины, да. Что у меня осталось с мяса? Один гусь не продался. Замороженный. И вот второй гусь не продался замороженный. Это со всего, что у нас были гуси, мы продавали, это что осталось. Ну, ассортимент у нас такой. Ну, грубо говоря, так, в принципе, все есть по мелочи. Водки, сигарет здесь нету. Мы не продаем ни водки, ни сигарет. Можно даже купить рабочие рукавицы. Тут отдел химии. Так, Виктория, давай палочку колбаски нам. Вот такой какой-то. Ну, на стол. И Вика у нас запекла на Новый год пару голяшек и сделала холодец. То есть будут там у нас голяшки, холодец, какие-то бутерброды.
мандарина, апельсина, да и в принципе все. Мы сами, я и жена. Богдана нету, он уехал к бабушке, поэтому по-скромненькому, грубо говоря, что нам надо. И икру красную, Вик. В какую цену она? И возьмем помидорчики и огурчики. Сразу я, наверное, все и заберу, потому как их немного. На салатик. Да и завтра буду ребра жарить. Внутренние эти вырезки тоже завтра. Это все выложим, заберу домой. И салфетки. Также уже жена наготовила тархун. Она любит тархун. Ну а я поляну квасовую. Вдруг воды захочется. Вот эту витрину убрать, рошен. И сюда поставить витринный холодильник. Ну небольшой, метра полтора где-то. И сделать чисто этот холодильник для мяса. Для копченого и такой, может, что осталось, и для сала. Вот это, я думаю, сюда поставлю. Те конфеты так и будут, это витрина с конфетами, а рошеновские уберем. Ну, а эти все холодильники, там именно кости, мясо, такое все. Тут заморозка, вареники, пельмени крабовые. Ну, а здесь летом мороженое, а сейчас мороженое мало, берут такое тоже, пельмени, полуфабрикаты, все такое. Ну, там крупы, понятно, баночки, скляночки, то есть все такое. Ну, продуктов, как бы, товара немало, ну, хватает. Вот тоже тут понад стенкой у нас печенье разных ассортиментов. То есть у меня жена молодец насчет продуктов, занимается четко магазином. Поэтому я вижу... Сколько уже лет у нас магазин, Вик? 10 ровно. А, 10? А я думал 8. 11 ноября. Вот, 10 лет уже этому магазину, как мы покупали. А за сколько мы брали? 8, да? 7. 7 с чем-то, да? А, 7,5 тысяч долларов. Я его покупал, и у него, по-моему, я делал крышу, заборы, колодец такой, все, плитку, митку, ну, снаружи. И еще 1060 я потратил. И мы его брали пустой. Был вот этот только холодильник и еще какой-то холодильник. И я как раз тогда работал на торговой марке «Олимп». Строил им ангары, всякие металлоконструкции. И они занимаются крупами тоже. Там у них большой ассортимент. И я за свои деньги, которые заработал, у них затарился полностью для магазина. За свои деньги. И так запустили. Это было еще, видите, 10 лет назад. 7,5 тысяч долларов. Я тогда продал под Джерика, а на Викиной десятке продолжал ездить. То есть вот так. Так, Викутка, давай колбаску. Где колбаска, дорогушка? Давай вот сюда. Колбаску давай нам. Икру. Икра сколько, ты говоришь? Икра 195 гривен. Ну попробуем. Рублевская икра. С Рублевки, наверное. Ага, сыр, майонез. Ну, вот тут помидор, огурец, вода, в принципе. Ну, еще, может, недорогую палочку. Вот ту, что я брал, что я ее называю по 50 гривен. Вот такую дай нам, пожалуйста. О, да, безлюдовская. И такую, это я так, к чаю бывает. Ну вот это и все. А так я, в принципе, подкупил, что надо нам именно на стол. Елку маленькую нарядил, гирляндами обмотал ее, включил, все нормально. Уже управился. То есть вот так. В принципе, все есть. Все взял, горошек взял, кукурузу брал. Я уже скупился. Ну ладно, Вик, считай, насколько хватит, а то я взял 700 гривен. Хватит ли мне 700 гривен? Ну давай ваш. Да? Да, батоны. А, два батона. 4 дня не будет хлеба. Два батона и два кирпичика берем тоже. Черного нету? Нет, уже в сумке. А, уже в сумке, молодец. Вот, друзья, колбаса, огурцы, помидоры, салфетки, майонез, вода, сыр, икра, два кирпичика хлеба и два батона багеты. Сколько ты говоришь, Вик? 565 гривен. А я брал как раз 700. Как раз хватает. Вот так. Раз.
5 гривен мои. Давай сдачу. Так, сдачу нам отдали. Вика, а мандарин нам дай. Гривен на 100. А в какую цену мандарины? 38. Ну я возьму. Гривен. Гривен 38. Ну понятно, что гривен. Так. А я думал, мне не хватит 700 гривен. Еще и хватило. Вот так, я думаю, хватит. А там, если не хватит, потом еще. У нас завтра выходной, мы работаем аж 3 числа. Со 2, да? Со 2 числа. Сейчас я пойду сам себя отпущу. Ну вот так, друзья, вот так и идет торговля. Вот. Что вам подходите? Хлеба, мясо, колбасы. Вот тут мы продаем, когда я привожу все мясо, раскладываем вот там на холодильнике, внизу ставим на воду и быстро поприходили, кто там заказывал, разобрали и все, там буквально ну, час-два. За сколько ты этот раз 3 штуки продала по времени? За 3 часа и не хватило мяса. 3 часа и не хватило мяса. Это 3 кабанюки. Ну, 1 свинка, 3 кабана. Сколько нажимать? 38. Я самое большее, что не люблю, это торговать. У меня вот это самое хуже. 0,38 набираю. 3,8. 3,8. Хватит. Кило 735, 65 гривен. Ну, 67 почти. 67. 67. Дам себе сдачу. Там нету сдачи. А, уже за деньги забрала. Ну, Вика уже собирается. Сейчас мы разберемся. Друзья, ладно, дело не в этом. И, значит, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, успехов в начинаниях. И все, за что вы возьмете, чтобы были успешны. И пускай у вас идет со всех возможных, так сказать, потоков финансирования в 60, в 30 и во 100 крат. То есть крепкого здоровья. Хорошего финансирования вашей жизни в новом году. И все, за что возьмете, чтобы были успешны. Вот все, что начинаете, и чтобы постоянно у вас был успех. С Новым годом! Всего вам самого наилучшего. Спасибо за просмотр. Друзья, потом в следующей серии, если вам будет интересно, ну, в следующий раз буду снимать магазин, покажу, ну, расскажу, сколько стоит открыть ЧП, сколько платим за свет, налоги, пенсионные, какая выручка, какая прибыль. Какой процент берем себе. Ну и вообще вот эту подноготню. Если вам интересно, пишите. Я увижу, что много людей интересуется. И буду, как бы, соответственно, отвечать на ваши вопросы. Может, кому-то будет интересно. Ну, такой у нас колхозанчик. Нормальный, нам хватает. Мне самое главное, реализация, мясная реализация идет. То есть, ну и так тоже идет. Уже 10 лет. Конечно, тут есть и покупатель. Тут есть, грубо говоря, все. Даже видеонаблюдение у нас тут есть. Я поставил видеонаблюдение внутри и снаружи тоже есть видеонаблюдение. Все, а мы собираемся, едем домой. Ехать домой сколько? 900 метров или 600?